Это видео облетело сеть. Вечером 30 марта на площади Конституции под колесами машины едва не оказалась маленькая девочка в одних подгузниках. Господи, господи! Нет! Нет, 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 стойте! Стойте, стойте, стойте! Прокуратуры Заволжского района организована проверка по публикации в средствах массовой информации о том, что ребенок выбежал в одном памперсе на проезжую часть площади Конституции. Установлено, что ребенок был доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, семья девочки живет рядом с площадью Конституции. Семья многодетная, благополучная, на учетах нигде не состоят. В целом, хорошая семья. У них сколько детей? Трое. И маленькая девочка совсем? Да. Да? Да. И маленькая девочка. Очень активная. Убежит, не успеешь за ней углядеть. Уже встречаешь ее на четвертом. Да, да, вот тут недавно убегала она. Вот да. Да. А отец там с работы пришел и занимался с сынком. А старшая девочка была на тренировках. В тот вечер отец не доглядел, и девочка выбежала на улицу. Ребенок преодолел 3 лестничных марша и выбежал на оживленную дорогу. Родители привлечены к административной ответственности. Ранее родители не в поле зрения органов системы профилактики не попадали. Прокуратурой района будет дана оценка в системе органов профилактики по данному факту. Девочке повезло, что ее неожиданное появление на дороге не осталось незамеченным водителями. Жизни и здоровью 4-летней девочки ничего не угрожает. Водителям огромное спасибо, что так среагировали и что ребеночку помогли. Инспекторами ДПС в деревне Некрасово был замечен автомобиль «Лада Гранта». Водитель «Лады», увидев впереди идущий патрульный экипаж, резко остановил машину, совершил разворот через сплошную линию разметки и попытался скрыться. На требование сотрудников полиции остановиться водитель не отреагировал и увеличил скорость. В результате погони машину остановили. Ею управлял 24-летний ранее судимый житель Твери. Уходя от полицейского, парень на ходу выбросил рюкзак, в котором позже обнаружен полимерный сверток, а в нем свыше 2500 таблеток с наркотическим средством НДМА. Общая масса наркотика превысила 1 килограмм, особо крупный размер. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция – до 20 лет лишения свободы. По ходатайству следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.